Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы оканчиваем изучение первой книги Ездры, и сегодня мы читаем последнюю, 10 главу этой книги. Содержание этой главы: принимается решение расторгнуть смешанные браки. И в окончании главы список священников, женившихся на иноплеменницах. И мы читаем с первого стиха. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стекалось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что народ много плакал, и отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Иламовых, и сказал Ездре». Народ стекается, видит своего патриарха в таком состоянии. Внешне все это было не очень красиво. Он разорвал одежду на себе, он рвал волосы пучками на голове, на бороде своей, и он рыдал и кричал. И народ должен был как-то отреагировать на эти вопли. Они были обращены как бы не к людям, а к Богу. Но люди не могли просто безучастно стоять и смотреть на все это. Поэтому выступает Шехания, сын Иехиила, из сыновей Иламовых, и говорит Ездре следующие слова. «Мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону». Что значит «отпустим от себя»? Отпустим – это не прогоним. Отпустим, то есть и позаботимся о них, и в то же время они не будут теперь жить с нами. Люди хотят, чтобы все было по закону. Закон – это порядок в понимании многих людей. Но есть и другое назначение закона. Закон – это жизнь. Сказано, исполнивший заповедь будет жив этой заповедью. А любой грех, как я часто объясняю, суицидален. И борьба между грехом и заповедью – это борьба между смертью и жизнью. Потому что за грех – смерть, сказано в Священном Писании. Также сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. И когда они говорят «и да будет по закону», это побеждает жизнь над смертью. «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобой». Ободрись и действуй. То есть это твое дело – очистить нас. Это дело священников – очищать народ. «И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Илия Шифова, и пришел туда. Хлеб он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев». То есть он пребывает в посте и молитве, скорбя о тех людях, о переселенцах, которые переехали туда, но без женщин многие. И тогда они стали жениться на соседних племенах. И даже священники допускали такое. А когда священник допускает такое, пресекается его священство. «И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалиме». А зачем это упоминание «всем бывшим в плену»? Они из одного плена попали в другой.
связавшись с этими языческими женщинами. Потому что женщины языческие развратили сердце царя Соломона. И он стал каким-то чернокнижником. Слава Богу, что он пережил покаяние. Его покаянной книгой является книга «Экклесиаст». Далее. Объявление. «И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим, чтобы они собрались». Восьмой стих. «А кто не придет через три дня на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев». То есть нечистым объявляется не только человек, но и все его богатство. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня». Это было в 9 месяце, в 20 день месяца. «И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от дождей». То есть, с одной стороны, они дрожали, потому что они боялись. Ведь многие привязали свое сердце к этим женщинам, особенно к детям, которые родились от них. А тут еще и дождь пошел. «И встал Ездра, священник, и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жены наплеменных, и тем увеличили вину Израиля». То есть он как бы говорит: а вы сами создали такую ситуацию, из которой вы теперь как бы и не видите выхода. «Итак, покайтесь всем перед Господом Богом вашим и исполните волю Его», а воля Его излагается в законе Его, «и отлучите себя от народов земли», Эмхаарец, народа земли, «и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание, и сказала громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем». Я не думаю, что эти слова дались им легко. Потому что у каждого перед глазами были эти жены и, прежде всего, эти дети. Кто-то скажет: а в чем виноваты дети? «Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да, и это дело ни одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили». То есть они как бы говорят: мы не сможем вот сразу решить все эти вопросы. Мы даже здесь не можем долго задерживаться под этим дождем. «Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшина каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». А какой пылающий гнев Бога нашего за это дело? Дождь, что ли, с неба? Совесть их пылала. Им было всем обидно, больно и тоскливо. С одной стороны, закон Бога, а с другой стороны, вот эти привязанности. Они сами создали эту ситуацию. Господь как бы пробудил их совесть. И это как бы некий гнев Божий, вот когда человек, грешник, не может найти себе места для отдохновения. Он в ужасе от содеянных им же дел. «Тогда и Нафан, сын Асаила, и Яхзея, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шавшай, левит, были помощниками им». То есть они должны были выслушивать рекомендации Ездры и как-то оформлять разрешение этой ситуации.
И сделали так вышедшие из плена, то есть из Вавилона. А сейчас они вышли из этого плена, они из одного плена в другой попали, к этим женщинам. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно, то есть составлен список людей, лиц, которые отвечали за это размежевание. И сделали они заседание в первый день 10 месяца для исследования сего дела, и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню первого месяца. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных. Вот здесь немножко непонятно, говорится о том, что священники взяли жен иноплеменных. А может быть, претензия-то была только к священникам. Другие как бы и не перечисляются. Это возможно. Потому что священник должен быть образцом поведения. И с них надо начинать дело исправления мира. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей, и далее по списку перечисляются все эти имена до 43 стиха. И окончание этой главы, и окончание всей первой книги Ездры, это 44 стих, где говорится: «Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей». А для чего вот это уточнение «и некоторые из сих жен родили им детей»? Скорее всего, Господь делал так, чтобы привязанность не стала слишком глубокой, дети не рождались от таких союзов. Только в некоторых случаях, то есть в редких случаях, рождались еще и дети. То есть изгнание детей было минимальное какое-то. То есть это не выглядело так, как изгнание целого детского сада, там, например. Поэтому вот и некоторые из жен, вот это слово «некоторые» – это ремис, это намек на то, что Господь мог уберечь большую часть священников от привязанности. Потому что одно дело отпустить от себя жену, не прогнать, а отпустить, то есть с какими-то подарками, а другое дело – жену и ребенка. Все же мы помним случай с Авраамом, когда Сара требовала, чтобы он прогнал от себя Агарь с его сыном Ишмаэлем, Измаилом, и как это было тягостно для Авраама. Но дело очищения, особенно священнослужителей, это очень важное дело. Это начало исправления общины. То есть священник начинает дело исправления мира, себя. Итак, Божьим благословением мы окончили изучение первой книги Ездры. Если мы будем живы, Господь позволит, мы начнем в следующий раз изучение второй книги Ездры, а потом и третьей. Если будем живы, Господь позволит. Берегите себя.